нас заканчивается уже третий сбор, и какие итоги вот промежуточные на данный момент можно подвести? Я думаю, мы хорошо поработали, набрали физическую форму, провели спарринг игры, что-то наработали, что-то все еще нужно подправить, но в целом, я думаю, мы подготовились хорошо, и матч со Спартаком покажет. Все мы попробуем параллелить с предыдущими сборами, насколько они действительно тяжелее дались, чем предыдущие. Первый сбор просто был какой-то сумасшедший, я не знаю. Я вернулся во времена Палыча как будто. Но отличается кардинально, упор на физику. Нам этого не хватало, нам это надо наработать. И этим мы и занимались. Также мы работали над нашими игровыми схемами. Играли игры под нагрузками. Сейчас они чуть-чуть снизились. И у нас есть неделя спокойно подготовиться к игре со Спартаком. Усталость накопленная чувствуется сейчас? Да, чувствуется, но за эту неделю наш тренерский штаб все рассчитал и сказали, что уйдет, и мы будем в оптимальных кондициях.